13 апреля сотрудниками Управления гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности во исполнение плана основных мероприятий, посвященных году гражданской обороны, проведена ночная тренировочная эвакуация на социально значимом объекте – школе-интернат номер 9. В ходе тренировочной эвакуации были отработаны действия сотрудников интерната и их взаимодействие со спасателями во время чрезвычайного происшествия. Что у нас было? Ну, чемоданчик спасателя. Там у нас имеются бинты, йод. Все, что необходимо для оказания первой медицинской помощи. После этого, когда мы оказали ему первую медицинскую помощь, где подъезжает скорая, и мы передаем этого пострадавшего скорой, и скорая его отвозит. Также у нас имеется мотопомпа, это у нас машина, мы откачиваем воду. У нас дожди бывают, и вечная проблема у нас затапливает подвалы этому многоэтажным домах. И помпы, мы заводим помпу, у нас имеются шланги, все, и мы выкачиваем воду. Безопасность людей во время пожара во многом зависит от правильного поведения персонала учреждений. А потому основная цель, преследуемая на этих занятиях, касалась отработки плана взаимодействия службы спасения с администрацией объекта по обнаружению и тушению пожара в ночное время, а также эвакуации детей и оказания помощи пострадавшим, рассказал ведущий специалист Муса Гасанов. Различных видов классов, это А, Б, С, это какие виды? При тушении электропроводки – раз, при тушении газообразующих веществ 2, твердых веществ 3, легко воспламеняющих горючих веществ. Это лакокрасочных изделий или красок 4. Принцип его действия, ничего сложного нету. Прежде чем его использовать, для начала необходимо убедиться, что он в рабочем состоянии или нет. Они бывают здесь, это, по-моему, новая модель, но по старым моделям бывает индикатор давления, который показывает сам рабочий процесс воздуха, при котором атмосфера, при котором выдается порошок через впрыскивается порошок через сопло. По окончанию тренировочной эвакуации для воспитанников интерната был проведен смотр техники и инструментария, стоящий на вооружении спасателей. Данные объектовые тренировки проводятся регулярно в местах массового скопления людей. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».